Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором вас всегда ждут свежие новости и анонсы того, что будет происходить в нашей игре в ближайшее время. Поэтому для того, чтобы быть в курсе всех событий World of Tanks Blitz, подписывайтесь на мой канал и обязательно жмите на колокольчик. Хотите себе AMX CDA 105? Не вопрос, забирайте его бесплатно. Есть AMX? Тогда поменяйте его на голду. Как это сделать, сейчас я вам расскажу. Итак, ребят, у нас стартовал квест, который продлится 10 дней, и в течение этих 10 дней для того, чтобы забрать себе AMX, если вдруг вам не нужны сниппеты, вам достаточно нанести 330 тысяч урона. Много? Вроде бы да, но по факту 33 тысячи урона в день. В целом с этой задачей можно справиться. Каждый раз, когда вы будете проходить по пункту, вы будете забирать по 20 частей данной машины, ну и соответственно заберете себе сертификатов полностью на целую тачку. И теперь самый главный вопрос. Что вы получаете? Если вы забираете данные сертификаты, объединяете их и обмениваете, вы получаете себе AMX CDA 105. И если у вас не было его в ангаре, то, пожалуйста, временно премиумная тачка находится у вас в ангаре. Почему временно? Потому что в ближайшее время, в ближайшем же обновлении, буквально через пару дней, разработчики AMX переводят в статус коллекционной машины. И если сейчас AMX можно продать исключительно за серебро, то буквально через пару дней, когда его сделают премом, сделают коллекционкой, вот здесь вы будете видеть голду. Но и, скорее всего, ценник будет 3750 золотом. Вы спросите меня, ГСН, а что делать, если AMX у меня уже есть, и мне не нужен еще один, я не хочу менять его на серебро? Да все очень просто. Сделайте так, как это буду делать я. Заберите себе все сертификаты на данную машину, только ни в коем случае после их получения не объединяйте их и не обменивайте полученный сертификат на саму тачку. Пусть лежит сертификат у вас в хранилище, и когда придет обновление, в котором AMX переведут в коллекционную машину, своего AMX продаете за золото, и с помощью сертификата, который вы найдете у себя вот здесь в хранилище в сертификатах, восстанавливаете себе AMX назад в ангар. 3750 голды падают в вашу копилку, а AMX возвращается на свое законное место. Вот такая вот новость, вот такая вот идея. Ну и пишите свое мнение по поводу данного квестика обязательно в комментариях. Я лично планирую данный квест проходить на прямых трансляциях, куда всех приглашаю. Хотите не пропускать прямые трансляции, катать абсолютно бесплатно со мной во взводе, ну и соответственно наносить вместе со мной урон для получения AMX, обязательно подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и приходите вечерком на мои стримы. Всех рад видеть. Побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, забрать себе бесплатно абсолютно AMX CDA 105, ну и обязательно мира и спокойствия. Всем пока-пока.